для меня Лоугрус – это стихия. И если со стихией подружиться, то понятно, что она какие-то свои силы даст тебе. А если не понять, не прочувствовать, не подружиться, то как-то можно ее вообще прям воспринимать как какую-то враждебную среду. Ну, это вот, например, если в океан человек вышел искупаться, волны большие, если он не понимает ни ритм океана, ни этих волн, как они идут, куда, он может просто вообще не вернуться, он может захлебнуться в этом океане. А если он прочувствует и ритм, и вот и характер этой стихии океанской, то он вообще и радость, и удовольствие получит, и вообще силу, потому что океан – тоже сила, любая стихия – это сила, конечно. Вот, ну, тот же чай, например, наш, да, тоже ведь стихия, в принципе, стихия воды, стихия огня, воздуха, земли, прямо вот все, все в одном флаконе. Лоугрус – это хаос, то есть вот это совершенно такая стихия непознанная, потому что мы все время дерзаем и ходим туда, не зная куда, то есть это русский дух на финской почве. Наверное, вот так я бы это сказала. Потому что, наверное, то, что делаем мы здесь, было бы невозможно в России. Потому что я все время говорю о том, что вот я вернусь, наверное, в России сейчас, я бы никогда не смогла заниматься тем, чем занимаемся мы сейчас. И наш режиссер Аквиле Русгите. Лоугрус. Желтый, большой, красивый. А по-настоящему, я думаю, что просто действительно организация, которая дает возможность открыться и реализовать себя молодым людям, вот таким, которые хотят играть, хотят снимать что-то, не знаю, петь, танцевать, еще какие-то идеи. Все возможно сделать у нас. Достигай высот в своем любимом деле. Из положительных эмоций миксуй коктейли. Будь в центре вселенских измерений. Будь среди звезд ярких всегда на сцене. Живи без бед и огорчений. Запомни, здесь нет ограничений и нет условий. Ты от руки пишешь сам свою историю. Каким будет конец, все узнаем вскоре. У кого какая была, может быть, мечта в детстве. Может быть, быть феей. Может быть, быть дриадой. То есть сейчас это можно все воплотить. У кого-то другие идеи насчет костюма, в котором нельзя выйти просто на улицу, в какие-то общественные места, где на тебя будут коситься. А здесь предоставляется возможность погулять в таких костюмах, пофотографироваться, посниматься, потанцевать, ну и вообще весело провести время. С другой стороны, вот если бы я, например, я сказал, да, что там я условно хотел бы сделать свою театральную студию. Я знаю, что у Лоугрус есть театральная студия, я хочу свою. Я говорю, Ольга, я хочу, у меня есть там опыт, знания, есть энергия, давай делать. И я абсолютно убежден, что там сказала, Антоха, во, результат мог бы быть разным, но, по крайней мере, вот на этом первом этапе это место, куда можно прийти и поделиться своими мыслями. Мне надоело терпеть, я не хочу больше ждать. Мне надоело смотреть, как живут на экране, я хочу жить сам. Я уеду. Уедешь? Да. Все кипит, понимаешь? Нет, ну знаешь, я скажу, ну, видишь, мне сложно говорить про весь Лоугрус и про всю организацию, да? Но что касается конкретно нашей театральной студии, то хаос даже и стихия – это всегда даже очень круто, но если это, так сказать, если это управляемо, если этому придать нужные формы и направить в нужное русло. Вот это мы и занимаемся. Конечно, большинство подростков, они несут себе
заряд такой стихийности. Возникают некие идеи, так сказать, планы на будущее, еще что-нибудь. И вот, собственно, организация «Логос» — это та, которая вот этот хаос и вот эту стихию необработанную пытается направить в те рамки, в которых она может существовать. «Логос» — это некий такой медиатор между стихийными проявлениями молодежи, которые хотели бы что-то сделать, изменить, что-то превратить, и такой зарегулированный государственными или там, не знаю, какими-то другими фондами. Еще что-то. Игрушка среди веселых не для нас. Понимай, моя подружка, на земле живу лишь раз. Оглядись спокойным взором, посмотри, во мгле сырой месяц, словно желтый ворон, кружит, бьется над землей. Как говорят, что такое призвание? Призвание – это то, чем человек занимался бы, вне зависимости от того, платили бы ему деньги или нет, или если бы у него там были деньги, и у него, и у его родственников. То есть призвание – это то, чем человек занимается по-любому, потому что это что-то внутри него просится к выходу. Но я встаю и иду. За $65 в месяц я отказываюсь от всего, о чем мечтал, мечтаю всю жизнь. А ты – эгоист. Только о себе и думаешь. И в добровольной работе есть очень много человеческого и живого. И на удивление финны это ценят, понимают и очень поддерживают. И поэтому я здесь оказалась как на своем месте, как будто вот из детства прыгнула в свое будущее. Рад припомнить я песню былую. Ну, не лай ты, не лай, не лай. Хочешь, пес, я тебя расцелую за пробуженный в сердце мае. Расцелую, прижмусь к тебе телом и как друга введу тебя в дом. Да. Ой, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом. Потому что действительно, как бы повседневно живем, видим много всего. И встречаем разных людей, и все такое. Конечно, все подают какие-то идеи, энтузиазм, там, не знаю, что ты увидел, с кем ты пообщался. Как-то так. А какие-то задачи, которые возникают в процессе работы, мне нравится их решать. Мне нравится достигать того результата, который я задумала, чтобы как-то воплощать, придумать, какими способами этого добиться, какие техники применить. Может быть, узнать, найти какие-то новые материалы, техники, инструменты. Вот это мне все очень интересно. Сам результат мне не очень интересен. Мало того, так сказать, люди, которые так или иначе в подростковом возрасте взаимодействовали с логосом, они, в принципе, оставляют достаточно хорошее впечатление о деятельности организации и время от времени возвращаются уже как тьютор, как руководители какого-нибудь проекта. Разделяют те ценности, которые логос несет в себя. Ты говоришь, у тебя тяжело на душе. Но ведь то же самое и со мной. Ты знаешь, как у меня тяжело на душе. Поэтому лучше нам щадить друг друга. И чтобы со стихией дружить, я так думаю, нужно быть в очень хорошем балансе внутреннем. А это вот второй символ, вот наша птичка. Вот если быть в таком балансе с самим собой, то ты будешь в балансе с любой стихией. White in the moon, the long road lies. The moon stands blank above. White in the moon, the long road lies that leads me from my love.